А вот милиционеры из Лоевского района не дали созреть урожаю конопли. Дикорастущую плантацию дурмана они обнаружили около деревни Ручаевка, неподалеку от молочно-товарной фермы. Туда же пригнали трактор из хозяйства совхоз «Заря», скосили и закопали всю потенциальную марихуану. Вес убранного растения составил 700 килограммов, а произрастала конопля на площади почти в гектар. Напомним, что с начала лета в рамках специальной программы «МАК» правоохранители Гомельщины уничтожили уже несколько десятков тонн растений, конопли и мака.